Прокуратура Тувы направила в суд уголовное дело в отношении директора предприятия, похитившего около 300 миллионов рублей. Исполняющий обязанности прокурора Республики Тыва утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Вертикаль», который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Мошенничество в особо крупном размере». Установлено, что директор общества заключил с государственным казенным учреждением Республики Гостройзаказ два контракта на приобретение и передачу 292 жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилого фонда и 54 квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С июля по декабрь 2015 года ГКУ «Гостройзаказ» перечислила на расчетные счета ООО «Вертикаль» 296 миллионов рублей. Сроки сдачи объектов по одному государственному контракту истекли в декабре 2015 года, а по другому – в сентябре 2016. Однако директор ООО «Вертикаль», принятые на себя обязательства по заключенным контрактам, до настоящего времени не выполнил, причинив Министерству финансов Тувы около 300 миллионов рублей материального ущерба. Уголовное дело направлено в Кызылский городской суд для рассмотрения по существу. Кроме того, в настоящее время в арбитражном суде Республики Тыва рассматриваются исковые заявления ГКУ «Гостройзаказ», КОО «Вертикаль» о взыскании 296 миллионов рублей необоснованного обогащения, сообщает Респрокуратура.